Доброе утро всем. Включила телевизор, новости, а там ничего хорошего не рассказывают. Вообще. Сейчас. Что мы теперь официально объявлены, что у нас вторая волна вируса. В общем, ладно, все это фигня. У меня, смотрите, что в подарок принесла клиентка. Вот так вот. Вот так вот. Удобно? Нормально, да? Подарок. Мы что-то говорили на той неделе с ней. Я говорю, ой, какая у тебя красивая маска. Он говорит, ой, у меня есть. И говорит, много мы накупили всяких разных. Я тебе, говорит, подарю одну с этими, с бабочками. И вот принесла мне, представляете? Ну, какие подарки в этом году странные делаются, правда? Она говорит, ее можно мыть. Вот, смотрите, какая интересная. А, она тут даже с этой, с железочкой, все как надо. Ушки делаются вот так. Ну, прикольно, сейчас померяю. Смотрите, какая прикольная. Дышится прям мне так легко. Ну, естественно, она же там это... Ой, ну классная. И удобная, кстати. И хорошо дышится в ней. Хм? Такие подарки мне делают. То мангу принесут, то маску подарят вообще. Красота. Опять у нас целая площадь французов. И что-то они там орут, выкрикивают. Они перекличку, что ли, делают. Потому что он что-то орет. И руки, люди руки поднимают. Французы. Слушайте, как орет. Туристы тоже ходят. Пока погода хорошая. У нас в Альканпу иногда делают вот так вот. Все по евро здесь продают. Еду. И, ну, не то, там вот алкоголь, зубные пасты. И все это по евро. Вот, например, смотрите, вот эти печенье по евро. А вот эти, кстати, муж любит. Бискотчи по евро. Я схожу сейчас своей тележечкой, знаете, чтобы не трогать другие тележечки. Моя тележечка удобная, хорошо. Вот все-все, вот что вы видите здесь, это по евро. Мясные продукции там. Что-то вкусное, наверное, что это такое. Взять, попробовать. У меня сегодня последний день без диеты. Но все равно как бы это 93 килокалории. А, это смузи. Ну, попробую сегодня на десерт. Вот, потому что у меня продуктов не было. Основных, на которых я буду сидеть. И вот сейчас поэтому на закупку еду. Ну, как закупка будет небольшая, потому что, в принципе, ни мне не жрать ничего нельзя будет. Видите, всякие салфетки. Все это по евро. Вино. Кастильо де Салабрине. Смотрите, это вино наше. Я где работаю? Я работаю рядом с... А, это еще и безалкогольное. Ну, надо же. В смысле? Ой. Бахун калория, синалколь. Ну, надо же. А как это так? За рубль? Давайте попробуем. Сегодня устроим с вами... праздник. Выжрем с вами бутылочку вина. Безалкогольного. Шоколадки. И все это по евро. Соки разные. Соки уже с давным-давно не пью, потому что там столько сахара. Так, не чихать, пожалуйста. На меня тут. Вот разные, видите? Колбасные изделия. По еврику. У вас бывает в такой в городе, в Ашане? Или нет? Но знаете, это очень опасно, потому что по еврику наберешь потом целую тележку и будешь этим недовольна. Видите, все там всякие колбаски, молбаски, хамон, не хамон, молоко. Ладно, нам это ничего не надо, друзья. Мы с вами идем за продуктом Эстрея.
продукты «Звезда». Сельдерей, потому что основным продуктом нашей еды будет сельдерей. Телевизоры были бы по рублю, я парочку взяла по еврику. Ладно, пойдем дальше за сельдереем. Вот еще разные полотенчики по евро. Но я, знаете, хочу, чтобы на кухню с крючком, ну не с крючком, а вот с такой штукой был. Можно, конечно, пришить самой, но зачем, если есть, все продается. Какие-то захваты, что ли, или что это. В прошлый раз видела, но почему-то не взяла такой полотенчик. Так, идем дальше. Такая музыка классная. Цветочки где продаются. А нам идем за сельдереем, друзья. Пришла за продуктом Эстрея. Звезда. Нам нужен сельдерей. Беру сельдерейчик. Так. Капуста. Идем за капустой. За капустой. Помидорчик, может, вкусных каких взять. Томаты, боло. Ну, что-нибудь такие дешевые. А, нет, вот это томаты, боло, это... Какие-то, не знаю, даже. В общем, пойдемте сначала за капустой, а то я так... А вот сельдерей прям с ростками. Но нам нужен лучше вот такой. Ростки нам не нужны. Так, капуста. Капуста. И ее что весь? А, она уже взвешена. Что-то какая-то она вся подсапканная, подсуцанная. Вот этот вилочек возьму поменьше. Так, лук у меня, по-моему, есть. Хотя не уверена. Есть все-таки. Баклажанчики подешевле, рубль 39. Ой. Картошку упала, поднимем. Что она тут валяется, правильно? Морковка есть. Ой, все есть, как в Париже. Чеснок есть, перец есть, фрукты все есть. Да, кстати, фрукты тоже надо, это самое. О, хурма появилась. Хурма у нас почем? 2,49. Ничего не надо. Ничего не надо. Вот черемоя, пожалуйста. Кто думал, какая черемоя? 3,49 килограмм. Несмотря на то, что она страшная, но она внутри хорошая. Только она не зрелая. Черемоя должна быть мягкая. Но она супер калорийная. Супер-пупер калорийная. Манго. 2,59 килограмм. Смотрите, видите, орехин мотриль, то есть это наша манго, наша черемоя с нашего города. Но у меня есть манго, мне подарили. Блин, все, у меня ничего больше не надо. Так обидно. У меня где-то чек даже я брала. Только у меня тут это не то вот. Собираем все чеки в моей корзиночке. Вот это, по-моему, мало что купила, но купила. Сейчас вам все покажу, как обычно. Взяла уже прям при выходе вот такие помидоры. Они у нас по евро. Здесь полкило евро. Вот. Потом шпинат. За шпинатом говорю. Шпинат это... Оксаночка, подсад. Хорошо, шпинат. 57 копеек стоит. Совсем что-то дешево. 57 копеек стоит, прикиньте. Лук взяла, думаю, есть, нету. Не помню, поэтому уже раз не помню, надо брать. Евро тоже, вот эта вот штука, евро.
Лимон у меня, ой, лимон. Лимон, дыня у меня вышла на 2,84 килограмм, стоит 1,29 рубль. Надоели всякие дыни, вот эти, которые мы берем постоянно. Вот хочу вот такую попробовать. Вот. Ну, конечно, моя диета диетой, но муж-то диета и без диеты. Так что ему купила вот такую свинину на кости. Она у нас 2,94. Там было, кстати, предложение, что-то такое вот. Он вот любит именно вот, чтобы жирком. Я вообще мясо люблю, ну как люблю, чтобы ни капельки жира не было. Я вообще жир не люблю, прям не переношу ни жареный, ни пареный, никакой. Вот, поэтому ему взяла вот жирком. Даже хамон я люблю, чтобы там ни капельки жира не было. Не люблю жир. Мне его и так достаточно. Везде, тут, вот тут, 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 везде кругом она же. Хотя, купила себе вот. Друзья, я пила в прошлом году такой, по-моему, здесь витамин омега-3. Ну, омега-3 это, блин, рыбий жир. Поэтому, но здесь еще кроме рыбьего жира есть витамин А, Д и Е. Несмотря на то, что у нас тут солнце круглый год, но вы знаете, все больше читаю, все больше убеждена, что нам не хватает витамина D. Я, кстати, анализы в прошлом году делала на витамины, и мне выписывали витамин D. Поэтому в этом году не прорваться ни на какие витамины, ни на какие анализы, потому что у нас творится жесть с этим вирусом. Сама себе выписала. Но если это продается в доступном доступе, да, то можно вот тут. И я не думаю, что тут особо большая доза. Видите, масло печени трески, то есть это и омега-3, 4800 миллиграмм. В общем, как его пить, тут написано, по-моему, вот по крышечке, по чайной ложечке каждый день на голодный желудок. Вот это вот, кстати, это дорогой, он стоит 17 евро, вкус лимона. Ну, все равно пахнет маслом, таким рыбьим жиром. Ну ладно, будем пить. Так. Капусточка у нас вышла на 1,35 рубль. 1,35 рубль. Что дальше? Что еще? А, звезда моей диеты. Сельдерей. Он у нас 1,49 рубль. 400 грамм. Не дешевая. Ну, это звезда нашей диеты. Сельдерей. Так, и вот эти вот рубль стоят. Муж любит. Это, знаете, торт делать маскарпоне. Маскарпоне нет. Маскарпоне это не торт. Торт тирамису. Вот. Маскарпоне. Ну, маскарпоне делает. С маскарпоне крем. И вот с этим. Вот будет вам тирамису. А, и вот это вот сейчас попробую. А, и винище вот за рубль взяла. Сейчас я его в морозилку запихаю. Это же холодное должно быть, правильно? Это сок этот. Виноградный, да и все. Ну и смузи. В общем, сегодня побалую себя венцом. И буду доедать, говорю вам. Тут у меня салаты разные. Из свеклы. Вчерашний, который мы делали, салат тоже остался. Буду доедать, чтобы не выбрасывать же. Правильно? Так, как-то так. Ладно, убираю все и сажусь кушать. Что-то я не поняла, знаете, снимала. И ничего, куда, что делать, не пойму. Вот так вот. И шла, разговаривала. И ничего не наговорила. Как, куда, что делать. В общем, что я говорила-то? Говорила, что я очень модная девчонка сегодня, потому что хвалилась своей маской и своим шнурком. Смотрите, у меня как маска подходит к шнурку. И что я какая модная, смотрите. Сейчас сниму даже очочки. Подходит же, классно. В этой маске очень классно гулять, потому что она в ней классно дышится. Ну, это тряпочка, просто хлопок такой, хлопковый тряпочка. Смотрите, здесь лошадка. Вот.
Куняшка. Классно. Ей для меня. Это вот теплицы раньше были. Что-то у них спина так выгнута, да? Раньше теплицы были, а сейчас уже все. Я иду с пляжа, я вам там на море кое-что записала. Ну, не знаю, куда видео делось. Поискала, поискала. Ой, сюда машина едет. И не нашла. Машина, машина. А, я что говорила-то, что завтра придется Чарли оставить дома. Чарли, вы на кивин, кивин и кот. Так далеко. Вроде как кажется далеко, а там грузовик целый. Вин такие. Вин. В общем, завтра Чарли придется дома оставить, потому что мои девчонки собрались красоту наводить. Вот. И мне придется... Я не придется, я их заберу. Вот. И мы все поедем ко мне на работу. Я их буду красить, стричь. И будут они у меня красавицы. Потому что у одной там праздник намечается, у другой дочка приезжает. В общем, чтобы быть красивыми. Вот. Ну, а Чарли дома посидит. Еще что ли машина едет? Вот, потому что он к нам не влезет. А еще говорила, что сегодня в Фейсбуке увидела, что надо с контролей очень много поставили машинных и штрафуют за то, что штрафуют за то, что не в машинах сидят без масок люди. Ну то есть как, если ты одна едешь, то можно без маски, а если машина полная, то надо всем в масках сидеть, представляете? Исключение, если только вы все не живете в одном доме. То есть они останавливают и проверяют, живете ли вы в одном доме или не живете. Я, конечно, я сторонник масок, но не до абсурда. Например, в машине, вот да, люди едут в машине, хотя с другой стороны, хрен поймешь. Некоторые сажают много людей и едут на работу все вместе. В общем, не поймешь, как это. Если уж я не понимаю, то и правительство не понимает. Ну, то есть, если я завтра девчонок всех повезу, мы такие едем в масках все, да, а потом мы пойдем кофе пить в ресторан, в бар, и снимем все нахрен эти маски, и, в общем, смысл тогда ехать в этих масках. Ладно. Раз уж сказали маски, значит, на маски. Не будем возмущаться. Потому что это ради нашего здоровья. Тем более, я еще раз говорю, это не на всю жизнь, а на какое-то время. Походим. Тем более, такие они маленькие, такие они милые и красивые. С бабочками. Вот. Так что меня завтра ждет веселый день. С моими девчонками. Все, друзья, дальше мы пошли. Блин, я вам там море засняла. Че, может быть, знаете, я снимала с наушником. Может быть, наушник что решил там сам сделать и не заснять или не сохранить, фиг его знает. Еще я хочу в туалет сходить, только вот присматриваю, какие бы тут в кусты сходить. Вы знаете, я боюсь эти кусты, там змеи могут быть, лягушки могут быть. В общем, страшно. Куда потом бежать с голой жопой-то, правильно? А так? Ой, смотрите, какие цветы. Что они тут делают? Издалека так прикольно смотрится. Смотрите, все такое сухое, некрасивое и цветы, правда? Да, Чарли? Ивушки, ивушки, деревца зеленые. Выключаемся. Читаю состав вот этого смузи, и вы знаете, очень хороший состав. Во-первых, нет сахара, здесь сироп агава. Во-вторых, смотрите, здесь 63% фруктовое пюре. Потом, в общем, ничего такого вот плохого нет. В общем, классно, знаю, даже, знаете, можно даже на ужин, ну, конечно, не с завтрашнего дня мне, но сегодня... Поужинаю этим. Это просто фруктовое пюре. По-модному назвали в смузи. И все. Вообще к смузям, всяким этим смузям нужно относиться
опасливо, потому что туда напихают столько фруктов, что... Здесь 150 грамм. Ну, здесь точно не одно, как говорится, не один банан. То есть меньше. Ладно, я буду ужинать. Завтра. Не хочу завтра. Завтра будем готовить с вами змеиный супчик. И, в общем, курочку, там все дела, ля-ля-ля-то-поля. Будем все время хотеть жрать. Ну, а пока поем смузи. Попрощаюсь с вами. Всего самого наилучшего и всем пока-пока!